Шановні друзі, у студії програми «Харків онлайн день» нові гості. Завідуюча відділом декоративно-прикладного мистецтва Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтв Олена Булаєнко і завідуюча галереєю мистецтва Слобожанщини Віра Лагутіна. Шановні пані, я радий вас вітати у студії програми «Харків онлайн день» і, по-перше, радий вас вітати з професійним святом. З Днем працівників культури і майстрів народного мистецтва. Вітаю вас, шановні колеги. І бажаю від імені всіх глядачів програми «Харків онлайн день» натхнення, нових вершин творчості. І я хочу перше запитання адресувати вам, пані Олено. Ви працюєте у Харківському обласному організаційно-методичному центрі культури і мистецтв. Харків'яни, напевно, знають адресу, вулиця Пушкінська, 62. Саме цей центр протягом багатьох десятиріч піклується і турбується про розвиток народного мистецтва на Харківщині, на Слобожанщині. І на сьогоднішній день ми всі знаємо, ну, принаймні, працівники культури, ми всі знаємо, що бурхливе життя відбувається у вашому центрі. Декілька слів про цей центр. Може, хтось з наших глядачів не знає таку адресу Пушкінська, 62, а сьогодні він про неї почує і, напевно, зацікавиться. Хочу поприветствовать всех с праздником и наших коллег, которые находятся в районах. Действительно, наш Центр культуры и искусства занимается творчеством и искусством, которое у нас происходит в районах. Я думаю, что для харьковчан мы просто открываем самые интересные проекты. И мой отдел так и называется «Исследование и возрождение декоративно-прикладного искусства». То есть непосредственно мы занимаемся искусством нашего региона. Хочу поздравить наших коллег, работников культуры с этим праздником и пожелать им успешной реализации их культурных проектов. А мастерам, конечно же, творческих успехов и хорошего настроения. Ну, всі... И, конечно же, вдохновения. Безумовно. Ну, всі люди, які полюбляють декоративно-прикладне мистецтво, вони безумовно знають, що в вашому центрі існують і постійно діючі експозиції, і безумовно кожного місяця майже оновлюються і починають працювати нові виставки. Де ви берете матеріал для цих експозицій? Хто вам допомагає? Як це все відбувається? На самом деле у нас є така програма «Слобожанський передзвон», передзвон – така програма, яка відбувається кожні два роки. И мы выезжаем на места и смотрим, какие у нас таланты на местах, то есть специально готовится программа. И в этом году я была как раз жюри этого конкурса. И вот как раз этот конкурс дает нам возможность увидеть, кто у нас в районах из художников, кто из мастеров, кто из самодеятельных певцов, танцоров. То есть все это можно увидеть. И уже вот этот материал дает нам возможность здесь, на месте, в Харькове, либо какие-то концерты проводить. Ну, мой отдел занимается выставочной деятельностью, выставки. И в течение года мы проводим до 6 выставок, которые объединяют мастеров из нашего региона. И у нас был такой значимый областной конкурс, который называется «Слобожанский хоровод», в котором мы делали панно из кукол мотанок. И он у нас выставлялся в течение полутора месяцев, вот в летний период. И вот, скажем так, каждый из районов... Наша программа рассказывала про это. Да, да. То есть это был такой интересный проект. И вот, как бы, скажем так, каждый раз вот что-то такое новенькое мы готовим для мастеров и их приглашаем. Пусть не все мастера, не из всех регионов, но каждая выставочка открывает для каждого из районов свои какие-то... Запитание на зустріч. Ну, якщо хтось из майстрів, ну, дивиться зараз нашу програму, хтось з майстрів хоче представити свою творчість, яким чином він може звернутися до вашого центру? Через інтернет якось там зав'язати зв'язки
чи як, яким чином, ну, якщо, наприклад, людина хоче продемонструвати загалу свою творчість? Ну, конечно же, это может быть и через интернет переписка, и звонки, и мы связываемся с местной, ну, не администрацией, а именно отделами культуры. И через них мы помогаем таким образом, чтобы как-то финансировали, либо перевозку, ну, как-то презентовал сам район. То есть мы стараемся подключить местные власти к презентации их собственных мастеров, авторов или там художников. И у нас был такой интересный случай в этом году. Вот в одном из Дворичанском районе у нас мастера по плетению из травы, такие уникальные. И мы их пригласили один раз на нашу выставку, они презентовали свои работы. И вот буквально на прошлой неделе приезжал телеканал «Интер», с ним была снята целая передача. И я думаю, что вот мы находим таких интересных людей, мы их привозим в Харьков и уже даем им возможность быть интересными, ну, вот как бы раскрываем их и перед харьковчанами, и перед, ну, более широкой аудиторией таким образом. Наша площадка является такой стартовой площадкой. Ну, я саме це і мав на увазі. Ну що ж, дуже, дуже у вас така благородна справа, і ми щиро, щиро зичимо вам успіхів. А також хочеться зазначити глядачам, для глядачів, що вже не перший рік функціонує у Харкові на Майдані Свободи 5 галерея мистецтва Слобожанщини, яка є структурним підрозділом Харківського обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтв. Ми про це завжди наголошуємо. І галерея мистецтва Слобожанщини, завідуюча якої Віра Лагутіна, майже постійна учасниця програми «Харків онлайн день», адже ми надаємо можливість пані Вірі презентувати ту чи іншу експозицію, яка відкривається в галереї, аби ви, шановні друзі, мали можливість завітати і познайомитися з творчістю і художників, і фотографів, і майстрів народних промислів саме в галереї мистецтва Слобожанщини. І, пані Віро, традиційне запитання. Я знаю, що ви готуєте нову експозицію, і ця експозиція днями буквально буде відкрита. І саме роботи, які зараз представлені в нашій студії, вони будуть демонструватися в рамках цієї експозиції. Так, пані Віра, хто наступний герой? 10 ноября в 17:00, это четверг, будет открываться интереснейшая выставка. Выставка настоящего мастера, академика архитектуры, композитора, мастера по гобелену, это будет выставка гобеленов «Архитектурный пейзаж» Олега Семеновича Слепцова. Он уроженец Харькова, но уже много лет живет в Киеве, живет и работает. И вот он нам предоставил такую уникальную возможность посмотреть его работы в Харькове, потому как он последний раз в Харькове давно выставлялся. И вот, наконец-то, харьковчане смогут увидеть его работы. Это, конечно, очень высокий уровень работ. В основном это архитектурный пейзаж, это и украинские пейзажи, это и Киев, и Закарпатье, и серия оксфордовских работ. Ну, то есть, в основном это, конечно, архитектурный пейзаж, повторюсь. Я зараз продемонструю листівки з деякими роботами. Масштаб, конечно, его деятельности поражает. Его, к сожалению, не будет на открытии 10 числа, но состоится творческая встреча под конец экспозиции 24 числа. Это четверг, через две недели, тоже в 17:00 с Олегом Семеновичем он приедет, поэтому все желающие как раз могут и посмотреть выставку, и познакомиться с ним лично 24-го. Также вот здесь представлена еще работа «Петряковская роспись» Тамары Вакуленко. Это выставка, которая сейчас представлена на Пушкинской, 62, непосредственно в центре областном. И еще... Зараз мы надаем возможность глядачам подивитися «Петряковский роспис», аутентичный роспис Украины. І навіть ми всі пам'ятаємо, що навіть, ну, так прогнозують, що Євробачення 2017, яке буде проходити в Києві, стилістично буде оформлено саме в стилі петриківського розпису. Да, это разумно, потому что на самом деле Петряковская роспись относится к нематериальной культурной, к нематериальному культурному наследию Украины. Поэтому, ну, вот это было бы очень правильно.
И хочу немножко рассказать о выставках, которые проходят в центре. Это Петряковская роспись, она вот заканчивается у нас уже 15 ноября. Это большой проект, связанный с именно Харьковской школой Петряковской росписи, потому что она имеет свои особенности. И там можно увидеть уникальные работы, панно, составленные из 16 фрагментов. Это росписи учеников школы. Вот Тамара Вакуленко, которая у нас в Харькове, скажем так, основной заслуженный мастер народного искусства, профессиональная художница, которая работает именно в формате традиционного искусства. Кроме того, сейчас у нас проходит выставка конкурсных проектов памятников героям антитеррористической операции. И она продлится до 12 ноября. Можно прийти посмотреть, какие проекты представлены. Это, наверное, такой первый проект значимый, когда общественность соединила свои усилия с администрацией. И вот как бы они пытаются найти вот правильное, ну, грамотное решение таким вот знаковым вещам для города. А что за элементы экспозиции? Это проект, это эскизы и сами скульптурные композиции. Угу. То есть, если это интересует, можно прийти посмотреть. Совсем немного, вот в течение 4 дней. До какого числа? До 12 числа. 12 числа будет как раз заседание жюри. Угу. Будет принято решение, ну, вот, по тому, какой будет памятник. Кроме того, у нас планируется вот в ноябре еще открытие нескольких проектов. Первый проект будет посвящен новогодним праздникам, называется он «Новогоднее сияние», на котором будут представлены вот как раз мастера со всей области. У нас представят свои работы, связанные с новогодними праздниками, елками. Это такой некий экологический проект, потому что мы представляем здесь как раз вот искусственные деревья новогодние, которые вот могут прийти в замену вот традиционным нашим елкам, нашему видению. И будут представлены работы совершенно в различных техниках, начиная от таких простых, от вязания крючком и заканчивая плетением из различных материалов, валянием. То есть это будет интересная такая выставка. А с 1 декабря откроют свои двери мастерская новогодняя. И каждый день у нас мастер по определенному из вот виду искусства прикладного будет раскрывать свои секреты, проводить мастер-класс. Это будет каждый день, и каждый день будет разный. По 3 години, аби зараз вже глядачі могли занотувати і запам'ятати. Время будет дополнительно сообщено. У нас еще там вот как бы идет сейчас такое вот утверждение графика работы. Тобто батьки з дітьми, бабусі, дідусі можуть проводити своїх онуків. І ну, це вже традиційно. Онуки опановують майстерність виконання тієї чи іншої композиції у тому чи іншому стилі. Да. Это такой вот проект, который мы готовим к Новому году. Еще у нас открывается выставка такого тоже областного масштаба. Это выставка студенческих работ именно медиков. То есть вот студенты, которые в учреждениях медицинских у нас обучаются, они представляют свои творческие работы. Такой вот у них конкурс проходит каждый год. И вот в этом году будут тоже представлены творческие работы. Еще у нас готовится проект по вытынанке. Это такой традиционный вид искусства. Это вырезание из бумаги. Но мы хотим показать, что этот вид искусства, он в настоящем уже может использоваться как элемент декора в интерьере. И еще у нас такой будет сюрприз. Мы презентуем одного из авторов наших харьковских, который внес значительный вклад в развитие вытынанки. Дякую. Пані Віро, я традиційно, у нас залишається там 3 хвилинки, я традиційно хочу наголосити, що протягом роботи тієї чи іншої експозиції в галереї мистецтва Слобожанщини завжди проводиться це ціла низка заходів, і це і лекції, і семінари, і якісь вечори. Я думаю, що виставка Олега Сліпцова – це не виняток протягом цієї роботи. Ви наголосили, що у четвер 24-го творча зустріч, вона, так би мовити, вона вже буде закривати цю низку. Так, закривати. Ми будемо приглашати інтересних гостей. Це будуть ректора, і це буде такий інтересний формат. Достатньо. Тим більше я ще раз повторюю, що Олег Семенович – це
человек невероятного масштаба, и когда он спит, мне кажется, вообще никогда. Ну, собственно, да, но это будет интересно. Ну, а так наша традиционная лекция по из цикла «Символизм священных текстов». Тема продолжается: Ветхий Завет, символизм Библии, книги Ион, Экклесиаста и песнь Соломона. Лектор Шелковая Наталья Валерьевна. А 18 ноября у нас состоится лекция по искусствоведению Коваля Олега Владимировича из цикла постоянно действующего «Предмет в искусстве взаимодействия знаков». Тема «Восток в творчестве современных украинских художников». А 23 ноября тоже в 5 часов, тоже вход свободный, у нас состоится вечер харьковской музыки от солистов Харьковской филармонии Василия Дмитренко, заслуженного артиста Украины, Александра Склярова, заслуженного деятеля искусств Украины и Альбины Житеневой, лауреата международных конкурсов. Это будут солистки инструментальные произведения, вокальные, да, это будет тоже очень интересно. Ну, слід лише нагадати, шановні друзі, що аби зануритися у культурне життя Харкова, вам слід пам'ятати адреси. Галерея мистецтва Слобожанщини розташована на площі Свободи 5, між 4-м і 5-м під'їздами, а обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтв Пушкінська, 62. Я протягом нашої бесіди вже наголосив декілька раз. Я думаю, що ті, хто не знають, напевно запам'ятають. Я хочу нагадати нашим наглядачам, що сьогодні в програмі «Харків онлайн день» брали участь завідуюча відділом декоративно-прикладного мистецтва обласного центру культури і мистецтв Олена Булаєнко і завідуюча галереєю мистецтва Слобожанщини Віра Лагутіна. І в день вашого професіонального свята ще раз прийміть найщиріші поздоровлення. А ми, шановні друзі, вже так підійшли до завершення програми «Харків онлайн день». Я від імені всієї творчої групи хочу вам подякувати за увагу і побажати, щоб у ваші домівки заходили б лише добрі люди і добрі звістки, щоб все у вас було добре. Нехай вам щастить, шановні друзі. До побачення.